Последний гвоздь в крышку здравого смысла забил наш главный оленеморд Сергей Куромнасмихович Шойгу. На расширенном заседании коллегии Минобороны 19 декабря он назвал такие цифры уничтоженной техники ВСУ, что где-то в морозильной камере в этот момент должен был перевернуться настоящий Путин. Даже Медведев в зале протрезвел от таких данных. Правда, тут же по этому поводу накатил и снова отключился. Да если бы у украинцев реально было 14 тысяч танков и бронемашин и 533 самолета, которые мы якобы уничтожили, думаю, мы бы еще в первый год войны позорно сдрыснули бы оттуда на границе 91-го года.